Администрация откликнулась на пожелания ветеранов, и здесь был заложен камень в честь будущего сквера. Мы стали работать над этим проектом. Нашлись люди, которые помогали нам во многом. Прошли работы по кадастрированию земельного участка. Был разговор с жителями этой деревни. Также был разговор и с собственником этого участка. Вот сейчас мы видим безобразие, которое он натворил. Были согласия получены с его стороны. У него въезд есть с той стороны, то есть совершенно независимо от этого сквера. Работы должны были завершить к 22 июня. Оставалось лишь положить тротуарную плитку. Но местный житель, владелец участка, который находится прямо за сквером, вздумал внести коррективы в план благоустройства этой территории. Михаил, именно так он представился, решил создать выезд с участка прямо через сквер, утверждая, что дорога здесь предусмотрена, ведь ворота существуют уже давно. Это мои ворота. Ворота существуют 40 лет. Они есть на всех фотографиях в интернете еще 80-х, 90-х годов. Аккуратно будет сделана дорога, выложена плитка того цвета, как скажут власти. На месте, где мужчина самовольно решил создать себе дорогу, в прошлом году были высажены ели и кустарники. Очевидно, что они помешали строителю, и он их выкопал. Я уверен, что данного гражданина привлекут к административной ответственности и заставят вернуть те насаждения, которые он уничтожил. Печально, что собственный комфорт людям дороже, чем память о героях, которые защищали нашу страну. Будем надеяться, что до официального открытия сквера все будет приведено в надлежащий вид.